Накануне праздничного сезона компания TechSet выпустила несколько новых планшетов под управлением Android. Производитель пообещал объединить современные характеристики с доступной ценой. Проверим это на примере модели TM7858. Планшет выполнен в стиле iPad mini и получился достаточно компактным. Вес 382 грамма позволяет с удобством держать его в одной руке. Основная часть корпуса выполнена из металла, что придает TechSet приятный внешний вид. Верхняя часть тыльной стороны оснащена съемной панелью, под которой размещены слоты для SIM и карты памяти microSD. Дисплей выполнен по технологии IPS, и использование такой матрицы в бюджетном планшете безусловно радует. Изображение выглядит насыщенным и контрастным, углы обзора широкие и практически не влияют на качество картинки. Экран имеет большой запас яркости, иногда даже чрезмерный. В темноте минимальное значение яркости все равно немного бьет по глазам. Аппаратной основой планшета выступает 4-ядерный процессор MediaTek. Объем оперативной памяти равен 1 гигабайту, и с позиции пользователя хотелось бы видеть больший объем. При использовании требовательных к ресурсам приложений редко, но случаются сбои в работе и их принудительное закрытие. С другой стороны, не может не радовать предложенный набор беспроводных модулей. Планшет имеет встроенные чипы Wi-Fi, Bluetooth 4-й версии, GPS и, что важнее всего, HDPA. Как правило, большинство планшетов начального уровня ограничены Wi-Fi и не могут обеспечить мобильные передачи данных. Более того, новинка TechSet поддерживает голосовые вызовы, что иногда может выручить с использованием гарнитуры. На планшете установлена операционная система Android версии 4.2.2, благодаря чему пользователи получают универсальную функциональность, не ограниченную чем-либо. К стандартному списку предустановленных программ TechSet добавила Social Hub — приложение для удобной организации актуальных социальных сетей — Facebook, ВК, Twitter и Одноклассники. Стандартная область уведомлений разделена на две части. В левой собраны уведомления различных приложений, в правой находится панель быстрой настройки режима работы. Аккумулятор емкостью 3800 мАч обеспечивает автономную работу планшета на целый день без ограничения в использовании беспроводных модулей. В среднем при интенсивной нагрузке расходуется от 8 до 10% заряда в час. Несмотря на название линейки, к которой относится планшет, Navipad можно рассматривать не только как навигационное устройство. Это полнофункциональный планшет с современной начинкой. А выгодная цена, в особенности с учетом 3G-модуля, делает его еще более привлекательным.